Жители Лыткарино прошли обследование в городской больнице в единый день диспансеризации, расскажет Максим Белозеров. Первый в текущем году единый день диспансеризации прошел в больницах и поликлиниках Московской области 9 февраля. Лыткаринская городская больница принимала посетителей для прохождения первичного обследования и взятия общих анализов. Диспансеризация представляет собой серьезную меру по раннему выявлению заболеваний и профилактике хронических болезней. По всей территории России диспансеризация проводится бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий год. Объем, который сегодня проводится, это определен приказом. Врачи, терапевты, участковые выписывают пациентам карты для прохождения диспансеризации. Это начинается с сбора, так сказать, жалоб пациента, измерения антропометрических данных и расписывается ход диспансеризации. В общем, сегодня пациент может пройти все, что ему положено в рамках первого этапа диспансеризации. Это флюорография, маммография, электрокардиография, осмотр гинеколога. Пройти бесплатное обследование смогли лыткаринцы от 21 до 99 лет, чей возраст кратен 3. Вне зависимости от возраста диспансеризацию вправе пройти ветераны Великой Отечественной войны и участники блокады Ленинграда. При себе посетителю больницы необходимо иметь только паспорт гражданина Российской Федерации и полис обязательного медицинского страхования. Помимо обследований, предусмотренных в программе диспансеризации, в этот день лыткаринцы смогли бесплатно проконсультироваться у врача-онколога и получить квалифицированный ответ на интересующие их вопросы. Следующий в этом году единый день диспансеризации пройдет в Лыткаринской городской больнице уже 23 марта. Максим Белозеров, Илья Назолин, новости Лыткарино.